кстати, этот повес для скотины, видимо, отходы. Вот там приехали, к Игнатьевну еще щебенку привезли на эту дорогу. Не хватало двух машин. Вот сейчас одна подъехала. Брат Никита с кулуном ходит. Колет там у батюшки дрова. Первый до этой, чтобы хватило. Сейчас будем пытаться. Так, вот сейчас, как вот эти отпучки есть? Так, вот затем хотя бы. Будем пробовать, да? Вот здесь надо место. Смотрите в машину, деньги. Вот сейчас он сваливает, мы сразу рассчитываемся. Нет, я сваливать не буду. Ну что это такое-то? Такого деньги, никогда не покажите было. Покажите деньги. Ну вот а? Деньги. Где? Деньги. Вот они. Деньги давайте. Машина вот это. Вывалю, как вам надо. Потому что это вашего уже... обманывали, надо? Да. У нас этого не положено, мы христиане. Ну я не знаю. Ну что не знаете? Я первый раз в вашей деревне, поэтому. Так, давай, я Леша отдам, считай. 14.40. Сколько? 14.40. Держи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И сколько все, там? Ну, 50 рублей я сейчас принесу. Ну, 50 ага. Отдаст. Так, все, речь. Вывалю, как так, еще надо один. Это я поговорю в это. Что, ну, там есть вот такой еще один?
опять обходят. Может, побольше надо было? За поселение. А его обманывали, нас обманывали. Ну, я рассказываю, что на будущее знал. Вот в прошлом году лишь поставили, как мы ехали. Это прям щетили. Давайте сюда чуть-чуть высунем. Сюда. Да, давай туда, малечко. Туда.
Сколько? 20 завтра с утра. Тут брат Роман делает машину, возится вот тут мне. Я хотел к нему прислонить машину свою, а он их опрокинул. Алёша, а давай. Вчера эту плитку привезли, поднимали те люди. Большие сучки, они побоялись у них кабель. Ну да. Подождем, он перезвонит. С кем-то разговаривает. Так, Володя, свободен. Вот мои братья колят. Нравится. Ну вот так вот с Божьей помощью трудимся каждый день. Аллилуйя. Сегодня у нас 22 августа. День продолжается. Привезли второй КАМАЗ щебня. Вон он. Вот и значит он сидит. Я посмотрел, такой сам. Так, ну все, можно разбежать, я тут посаживаю. Потому что она бывает обычно из пыли. И прикрути вот эту, видишь, вот так. Подождите, пока забуду. Володя, с той стороны лучше. Я покажу, я разбежите, чтобы можно. А потом подойдете. Пораньше немножко сделаю, но загонку заводится. Вот там уж какой сидит. Так, все. Значит, примерно на 5 этих точно та же разбить. Ну смотрите сами. Да. Где скажете, там вывалите. Вот здесь вот вывалите. Здесь побольше вывалите. Ну вы смотрите сами. Леша. Да. По команде да туда 5 штук сделать. Потому что сам. Мне же не видно, сколько я буду вывалить. Так, сколько? Поменьше 9, 9,5 тонн. 11,400 посчитал. Так, 11,400. Это, а может быть, добавить в ту кучу, нет? Да можно добавить. Еще очень нет. Да вот отсюда. Давай немножко назад. Да,
У него 7600 гектар. Не знаю. Это он должен колхоз считать. Он мне гредя дает, бесплатно дает гредя. Ну, так, 30. Благодарим вас. Все, если можете, еще подскажите. Все, давайте. Все. Так, а что вам еще надо? Да. Ну это есть. Ну, у нас выбора нет никакого. Фракция 20-40. Нет, да. 0-40. А если 46, а там это скула. 0-40, это скула. Ладно, до свидания. Давайте, ага. С Богом. Все, Леш, спаси Христос. Сейчас я Жене буду вызванивать. Все, поезжай. С Богом. Начинайте там, что можно обрабатывать.